Магазин компьютерных игр apk.ru. Здесь вы можете купить игры по очень вкусным ценам. Простой интерфейс, заказ буквально в два клика и без регистрации. В магазине частенько проходят акции и распродажи. Не пропусти. Ссылки в описании под видео. Мне даже интересно посмотреть, что из этого получится. Что-то какая-то ёпта. Воу, что это было? Что такое за хрень? Это прилетело, блядь. Слушай, а что не открывается-то? Или это не тот, может, не та машинка? Как не та? То, а? Пробуем еще раз. Подожди, а может быть надо мне куда-то... А нет, а мне куда? Сейчас, подожди, я попробую еще раз. Так уйди, чувак. Бля, он не открывается, видишь? Чем а как проблема? Они ее тогда открыли-то в тот раз? А машинка-то та. Нет, машинка точно эта. Ёпта. Крылом, Олег, попробуй не носом, кто стреляет? А крылом. Крылом? Да. Оно же у тебя тоже заострённое, смотри. Оно вроде повыше. Чем нос? Что-то какая-то канае, блядь. Какое дело, блядь, отъезжай, во. А может, реально не та машина? Бля, мы не то угнали, что ли, получается, да? Я хуй знает. Вон там каркабоб есть, смотри. Вижу, вижу. Попробуешь подцепить, блядь? Давай. Давай. Пилот, сваливай на... Ох, сколько тут вертушек! Ты... Прописал его в чечло, блядь, да? Нормально, да. Ну, меня ты вряд ли, конечно, подцепишь. Я попробую сейчас. Да чё ты вместе со мной ты сел этот ревнун? Иди нахуй. Так. Ёпта. Так, шасси надо спрятать. Бля, кто-то... Идеально. Сейчас даже тебе похлопать надо. Супер, супер красота. Блять, уронил, только не смог он его поднять. Не смог поднять? Не хватило сил. Лети прямо, да. Сейчас тебе машину найду. Давай. Попробуем найти. Я, честно говоря, думал, что это тот. Но может быть, надо другой, потому что там был такой, знаешь, как бы... Что, типа, О, я вижу тебя, вот я. Ага. Куда я его загнал? Время охуительных историй. Сейчас я подъеду. Слушай, а подожди, стой, сядь, я тебе на крыло запрыгну. Подожди, стой. Блин, давай. Запрыгивай, дура, ёба. Я не знаю, я, блядь, не это самое, не... А я с машины сейчас попробую. Сейчас. Не порубит тебя, блядь, этими винтами-то? Хуй знает. Я попробую тебе еще багажник открыть. А точно, кстати, да. Была такая тема, я помню, ребят писали. Ну, вряд ли, конечно, получится. Тебе надо либо удариться как-то, я хер вот. Не взлетай, стой, сядь. Я очень хочу попробовать запрыгнуть именно вот на него. Давай. Вот, попробуй, конечно... как-нибудь. Во! А может, подожди, с мусорки попробуй? Че, ты же залез, ты же по нему ходишь. Нихер. Ты только что у меня бегал по вертолету. Серьезно? Да. Я поэтому так и обрадовался. Блять. Как же на тебя залезть-то, а, ёпта? Блять, самолет летает. Вижу. Надеюсь, не собьет. Давай, да. О! О, залез! Есть! Я сел! Полетели, Алекс! Блять, упал! Нет? Нет, сижу! Блять! Упал! А мне понравилась идея, кстати. А, смотри, что было. Там можно сесть, там реально можно попробовать это сделать. Что-то было? Вас взорвали? По-моему, в меня кто-то что-то. Я иду. Поднул. Я вижу вас. Марар какой-то, блядь. Что-то там кто-то едет. Угу. А, я там не пройду. О. Сейчас машину заберу. Олег, я машину подцепил. Давай. Делориан из «Назад в будущее» вылетает. То есть фишка есть, можно залезть, смотри. Залезть можно. А, подожди, Алекс, ты можешь сесть вот где я нахожусь? Подожди. Тут есть, это самое, контейнер. С контейнера можно было бы... А, неплохо залезть, да. Смотри, сейчас ты сядешь. А ты внизу, да? Да, а вон там есть такой лазуритный контейнер, сейчас я попробую с него. Давай, сейчас. Попробуй сядь. Сбрасывай нахуй ее. Да залезай, дурное, ёпта. Так, сядь. Сейчас, смотри, с разбега, ёпта, смотри. Хопа, блядь. Меня перерубило. Тупо лопастями перерубило. Твою мать, а. Охренеть. Сучки какие, а, крашеные. Ладно.
Ваш злейший враг Алекс Позитива. Добра и позитива. А ты мне уже, смотри, обозначаешься не как друг, а как половина красненького. А, ну да, 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 да. Объяснил, блядь, называется, да? Олег, я не взлетаю уже больше, все. Все? Я доконал мертвых. А попробуй тогда прыгнуть, как я прыгал, помнишь? Давай, сейчас я только его поближе. А, я взорвался, ладно. Хуёвая пати. Вы покончили с собой, у меня было написано. Так, как... Блядь, его купы гасит, ебать. Хуя? А что-то я за пределами, блин, оказался этого... Блядь, как я тут... Ну такая война идет. Я смотрю, наблюдаю за войной, блядь. Его убили, и он помер. Ладно. Блядь, что-то происходит. Кто-то ракетами херачит. Да-да-да-да-да, я тоже слышал. Блять, это... А, так это, сука, блять, по мне, ёпта, какой-то мудак, какой-то марам. А я-то думаю, что там у вас происходит? Так, наша задача... Блять, какой-то уёбок марам 101. Я только спасибо. Да-да-да. Ни хера себе спасивочкой, да? Мне тоже надо выключить, наверное. Я выключил, сейчас у меня 7 секунд. Я вижу, там истребитель летает. Блять, самолет, да-да-да. Так, я выключил, отлично. А смотри, значит, что можно придумать? Надо как-то заехать туда в кузов этой машины, грузовика этого. Угу. Как мы можем это придумать? Как это реализовать? Без карго, конечно, сложно. Ты внутри где ты? Я вот сижу, вот в багажнике. Стою. Я эпизодично кусочки буду записывать так. А, ну хорошо. Вы на месте стоите, слушай. А мы ничего не делаем, да. Может, это не та машина. Как не та-та? Ты что, грузовик? Я просто стою. Неужто пофиксили? Я так обычно не падаю уже. Да ладно. Че, издеваешься? Нет, а обновка, конечно, вышла какая-то, но... Слушай, там трамплин есть, я сейчас попробую, конечно. Так, давай. Смотри, он всех убивает. Mm-hmm. Всех подряд. Всех подряд, да. Ему абсолютно не важно, кто ты, что ты, что ты тут делаешь. Просто чувак зашел поубивать. Каникулы, каникулы, какое прекрасное слово, каникулы. У школьников каникулы. У всех каникулы? У всего народа. Все отдыхают, все гуляют. Так, смотри, сейчас на трамплин попробуем. Просто интересно, что из этого выйдет. Так, чувак, свалили, дура, кто там, блядь? Взлетит? Я вышел. Бля. Хуя? Херовая тема, да? Так, ну, слушай, что-то вас это самое не вертит уже. Нет, все уже. А, итак, поехали в аэропорт тогда. Залазь. Я там заказал вертолет, самолет. Я говорю, может, это не тот грузовик? А это не тот. Может, не тот, но вроде с песком, который был, не? Да, вот этот раз был с песком. Кто-то подожди. Стрелять начал или... Что за звуки странные? Что, ты слышишь? Слышу. Чух-чух-чух такой вот. И не похоже на копов. Вроде рядом нет. Блядь. Что, скажи мне, неужели... Чего вы вылезли? Чё происходит? А чё вы вылезли, скажи, пожалуйста? Залезай обратно. Да я хотел, блин, нахрен посмотреть, кто там, блин, вообще веселится, чтобы его убить. Но вроде бы никого не вижу рядом. Я хочу заехать в аэропорт. Где у нас тут проезд? А, вон проезд, вижу. Так, там меня ждет истребитель. Давай. Меня должны пустить, я же заказал. Да, смотри, как цвет. Тихо, взрывай пока. Пока не взрывай. Все нормально. Ничего, что я... Так... Ничего, это нормальное дело. Они, думаю, не особо агрятся на это. Пегасу звонит. Пегасу. Приносим свои извинения. Да вы хуели, что ли, мрази? О, господи. Так, вижу кукурузник. А где у нас карго был? Ты не помнишь, с какой стороны? Вот с этой, да? Да, по-моему, так там ехали, там где еще стояли самолеты. Я вижу, чувак там летает активно. Вертушки, да, стояли там? Там стояли вертуханы, да, но в последний раз, когда я там вертуханы видел, я видел не то, что нам надо. Там не было карго. Может, появится что-то? Угу. Тут это было, да? Вон там, походу. Да. Вот, походу, дело где-то здесь, да. Что за звук? Смотри, ничего такого нет. Я тебе больше скажу, даже вообще ничего. Они, по-моему, вот тут где-то стояли. А может и нет. Да. Они здесь стояли, вон вертухан появился. Здесь блядь, обычно карго. Блять, а что там вот горит? Смотри, что горит? Блять, вертухан горит? Да, получается. Так, чуть-чуть, да? Да, ничего. А в ангаре тоже чисто, да? Тогда я сейчас закажу его еще раз. Пегасус. Это не ко мне, это не ко мне, у меня нет звезд. Понял. Я тоже не понял юмора.
А, так, что же нам заказать? Давай бессур попробуем. Вон, она где-то в тех ангарах уже. Так, Арго не появился, да? Нет. Блин, фигово. За кем они агрятся? Кто-то рядом летает. Ты что, по мне гасишься, мудак? Что это было? Это ты стрелял? Это я. Не пали его так. Хорошо. Ты его сейчас сагришь, он еще больше будет агрессировать. Где-то здесь, короче, в ангаре должен быть истребитель. Я хочу попробовать, может, как-то залезть можно или еще что-то. Что-то забавное. Вот надо бы, это, конечно, попробовать, только что-то пока у нас особо это не получается. Хотя, подожди. Давай ты попробуешь взлететь, а я сяду, как-то прижмусь, может. Давай. Было бы забавно. Хотя я-то летать-то не умею на самолетах. Плевать. Вообще, причем никак. Наверное, ханок еще с грехом напалам, но вот да, на самолет. Чувствует херовая затея. Сейчас, ладно. Бля, мы летим. Алекс, попробуй ровно, блядь. Не-не-не, вернись обратно. Вернись обратно, пожалуйста. Попробуй вернуться. Приносим, блядь, свои извинения, мне говорят. Олег, я сел. Сел? А поближе можешь к нам? Сейчас. Очень жаль, но средства уничтожены, мне сказали. Или как уничтожены? Я еще летаю. Вернись, пожалуйста. Блядь, тут титан летит. У меня крыла нет. У меня крыла нет. Подожди, какого хуя ты вышел? Залазь. О, появился, смотри, титан. Блядь, давай я на титан попробую залезть. Блядь, я, главное, посадил самолет без крыла. Хера себе ты дал. Че вообще, жесть просто. Слушай, надо на титан как-то залезть. О, можно? Давай, твою мать, а. Бегу. Давай, родная. Ты вертолет сел? Я на титан залез. О, отлично, я на титане. Все нормально. Все будет норм. Нихуя себе. Сам в ахуе, блядь. Тихо. Стой, друг мой хороший, давай. Сейчас еще попытка на мату. Сейчас сделаем. А что вы делаете-то? Я хочу как-то прислониться к нему. Можно как-то сесть, я думаю. Блять. Не получается. Мне нужен каргобоб. Нет. Еще один титан отреспаунился. Слушай, можно битву на титанах сделать. Да вон она там еще летает. Да. Да, на машине было бы хорошо, конечно. Слушай, мы такой бучи в аэропорту учинили. Это просто жесть. Блять, что там такое? Вы расфигачило на две части. Че там происходит, а? Так, лети, лепесток. Давай, сука, через запад, блядь, на восток. Давай, взлетай, кусок дерьма. Через жопу. Взлетай, на восток. Сука. Нихуя. Сейчас прямо в этот. Блядь, Алекс, аккуратно. Я, главное, живой остался. Серьезно? Да. Хуяшечки, давай еще раз попробуем. На меня кто-то навелся. Блять. На меня навелись! Что-то было, объясни, пожалуйста. What the fuck? Слушай, из аэропорта не уходим. Нет. Я готов здесь жить. Так, надо что-то заказать, чтобы меня пустили. А хули меня стреляют? Идите нахуй. Вы кто такие? Я вас не знаю, да? Идите нахуй. Так, титан, дамп. Я еще раз истребитель закажу тогда. Ага. Бесра. Называется Бесра. Я в грузник сяду. Хуенная пать. Так, поехали, друг мой. Давай. Нам в аэропорт. Садись скорей. Бля, я как грузник угнал. В другую сторону, давай. Нихера себе он на месте разворачивается. Хорош, друг мой. Вот это да. Подожди, ты же нас агрил. Не могу понять логики твоей. О. Сначала ты нас поагрил. Да, вот именно. Потом ты нас как бы помогаешь нам. Странная логика. Какой-то чудной он, да. О, есть он есть, смотри. Давай, Алекс, мы ждем тебя тут. Блядь. Где тут? В ангаре. А, понял. На карте глянь, там есть. Ага. Так, у него... Подожди, или это не тот? Они вроде тот. Нихера себе, какой он лакированный. Я тебе говорю. Такой лаковый, блин. Или это не он? Это не он, это я не этот заказывал. Нет, а что ты заказал? Я заказал Бесру, а тут какой-то пассажирский такой люксовый, знаешь? Тихо, чувак. Я в Пегасус хочу позвонить. Я лежу.
Блядь. Хэнчик вообще. Как мне зацепиться за тебя? Как же тут можно сделать хитро? Я сейчас залетаю, смотри, в ангар прям. Давай, где ты? Вот. Что, реально в ангар? А ну попробуй, попробуй, да? Я посмотрю. И там выпрыгивай, выпрыгивай, выпрыгивай нахуй. Было хорошо, было найсово. Так, сейчас я вызову, подожди. Слушай, мне нравится эта тема. Так, Пегасус, тут можно хоть угарнуть как-то. Нужно каракабуб найти. Хорошо. Так, быстро. Так, почему я оказался вообще за пределами? В каком-то гараже? Самолет уже ждет вас. Ты что, херели, что ли? Полетели, чувак. Самолет уже ждет. Смотри, а ты где? Ты за пределами оказался? Я вообще, блин, нахрен в гараже каком-то, блин. Чё, интересно, он за мной будет? Вроде нет. Фух, бегу. Бегу смотреть. Там кто-то летает вроде как. Сейчас кто-то взлетит, либо уже летает. Пока не вижу. Да, 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 чувак на кукурузнике. Слушай, мы тут пати устроили весело. Мой, не трогай. Не трогай. Все круто. Ой, у вас? Мать, он, походу, сейчас скоммуниздит мою этот, мою леталку. Че, взорвал, блядь? Че, суицидник, что ли, ебте? Прямо. Прямо, чувак. Не туда. Вот сюда. Чувак, в другую сторону, молодец. Фух, странно. Тут реально странная тема. Копы при... Это не копы. Так. О. Бля, Пегасус, ты затрахал меня уже. Приносим извинения. Да почему, блядь? Я ж не это заказывал. Чё-то они мутят странное здесь, знаешь. Чё-то хрень какая-то. Угу, согласен. Марам, тут Марам 101 стоит. Сейчас убьет, наверное, да? Да, конечно. Так он, блядь, нахер меня убивал там раз пять. Хотя, может, и не убьет, посмотри. Ну, пока не убивает, катается, сигналит. Я не знаю, что получится. Как он откроет задник, вот мне интересно. Блядь. Так, ладно, полетели. Алекс, беги, попробуй в аэропорт попасть. Я пытаюсь. Блядь, врезался в забор, пока что не могу. Сейчас. Серьезно? Угу. Рамплин где-то же ведь. Прыгай, 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 дура, прыгай! Блять! Хера себе! Это было найсово. Открыл дверь, блядь. Тут твой взор. А, это мой взорванный, все. Так, я бегу, ты погиб. Да. Я бегу, а ты погиб. Да, меня коп убили. Короче, надо каргобоб и надо истребитель. Там у него реактивный движок, можно поугарать тоже. Я вот хотел изначально это сделать. Ну, блин. Давай, давай, родной, давай. Ножками, ножками. О, вот он. Так, Алекс, ты у нас где? Еще раз напомни. Где ты есть? Блять, Рено, иди нахрен. Я с тобой не сяду в тачку. Так, мы тут. Принципиально не сяду. Марам едет сюда. Вы где-то на улице, я вижу. Так, а хули меня так откинуло-то далеко, а? Зараза. Черти, блядь, где я нахожусь? Черти как, вы вообще... А, вот я тебя вижу. Блин, не получилось, жалко. Твою мать. Это надо, чтобы кто-то сидел. Давай, залазь. Ты видишь меня, где ты? Я, конечно, вижу. Ну, ты в аэропорту, да? Да. Ну, вот, а я за пределами. О, ты тебе бежать и бежать, конечно. Ну, да хуя, да. Сейчас я какую-нибудь тачку угоню, пойдем. Бля, выровняйся, выровняйся, мать твою. Сука. О. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, сажусь. Блять. Сел называется, да? Так, давай скооперируемся, чтобы тебя никто не убивал, и мы окажемся в одном месте. Так, где ты? Я тебя заберу. Давай, я за пределами. Вот это мне... Блин, чё, подожди. Блять, подожди, сейчас.
Хотел бы забрать ее. Да Ренова тут постоянно при... Что-то он прям... О, так, что тут у нас есть? О, карга, карга! Карга, хотя где? Нахуй нам нужен карга, блядь, сейчас. Да, давай, бери карга. Да, вижу. Возьми его, я пойду. Как сексуально прозвучало, блядь. Я пойду, блядь, ты возьми его, а я пойду. Нам еще этот надо, титан найти. Сейчас, короче, главное, далеко не уезжай. Спрячем. Дебилы, блядь, где вы спрятали мой... Идиотизм, а? Сука, тут по аэропорту надо туда-сюда, блядь, туда-сюда. Разве где мой истребитель? Чувак думает, нахуй его заказал? Взял, заказал, он пропал, блядь. Заказал, он пропал. Классно. О. Нету его, Алекс. Нет. Нету, да? Тогда титан закажу. Вот я сейчас целенаправленно, блядь, возьму и закажу титан. Давай. Так, давай. Пегасус. Самолет с ценным грузом вылетел. Все, есть. Он возле тебя, посмотри, там есть? Сейчас его выгоню. Давай, где? Где-то возле тебя, судя по радару. Мне отсюда не видно. Сейчас заедем. Угу. Слушай, тут классно гонки можно делать. Гоночки устраивать. От полиции, да? Да, или просто гонки. Вон он, наверное. И где он, блядь? А, вот, вот он. Так, есть, да? Да. Так, смотри, значит, надо взять машину будет теперь какую-то. Так. Положить ее сверху. Как мы с автобусом делали, помнишь? А, ну это будет сложно. Угу. Ну попробовать машину просто. Она меньше, во-первых, в ее плоскость же, да? Плоскость машины. Я не знаю, что я сказал, ладно, хуй с ним. Так. Я выхожу. С ангарчиком. Так, ты сел, да? Ты завел? Да. Давай, давай. Там есть, конечно, машина в ангаре. Так, надо выйти на площадку взлетную. Давай, 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 давай. Тут удобно это делать. Тут плоское все. Угу. Классно. Так, есть. Готово, в общем говоря. Машина теперь нужна. Теперь нужна машина. Пойду найду машину. Я пока к тебе здесь. Ой. Да, тут была тачка, тут была тачка, сейчас попробуем. Херачить придется далеко. Блин, его Ренова угнал, слышали? Как, в смысле? Ну вот так вот. Блять. Сел, короче говоря, в самолет, завел его. Ну и наверное. Ну пусть сидит, будет. Пусть сидит, ладно. Если я сяду в машину, то нормально. Вижу машины. Сейчас попробуем. Алекс, ты как раз можешь лететь в мою сторону, вот туда поближе. Лечу. Давай. Приносим извинения, блядь. Готово? Давай, разбивай. На сигналке даже стоит, прикинь. Угу. Хрена. Поднимешь меня отсюда? Давай, давай. Угу. Иду, иду. Аккуратно, аккуратно, не трись, там опасная тема. Не-не-не. Так, давай. Ну что там? Я не вижу просто камеры. О! Я-я-я-я. Да ладно. Есть! Все, полетели. Полетели. Где-то он тут стоял, если он, конечно, его не угнал. Где-то вот, вот. А, вон он, да, давай, давай, давай. Mm-hmm. Что-то меня мотыляет сильно. Я постараюсь помедленнее. Ага. Забавная херота получится, мне кажется. Машина меньше, то есть шанс, что мы попадем точно, и можно выровняться будет, если что. Да-да-да-да-да-да. Так, давай, тихо, балансируй, балансируй. Опасно. Есть, отпускай, отпускай. Отпускай, тихо. Давай-давай-давай. Я, подожди, подожди. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Как-нибудь уж там ее выровня. Сейчас попробую. Блядь, неужели, ёпта. Сейчас еще попробую немножко. Тихо. Тихо, сладкая моя. Сейчас тебя выровню. Блядь, не туда, походу, что ли. Тихо. Блядь, не в ту сторону я... Ладно.
Все, нормально едешь? Я, мне кажется, я криво стою. Чуть-чуть. Сейчас попробую. Но ты смотри, только не упадешься. Да я пробую. О, вроде как-то так. Ну, как-то так, что ли. Да? Нормально? Да, все. Это сигнал для взлета. Я понял, да. Слушай, а ты не сядешь, да, тут? Да. Я бы рад, конечно, но... Полетели, чувак! Слетай, сударь, давай. Ты тоже хочешь? Давай попробуй, ты сядь. Ну, я просто из тех соображений, что он-то, наверное, сейчас не взлетит. Почему? Слушай, а что, если я, блядь, сейчас, да, вот посажу... Только не цепляй меня, а то сейчас зацепишь, ты хуёво будешь. Не, я прям на нос сяду, ну-ка. Прям на нос? Ты уверен? Крюк только спрячь, попробуй, нет? А я не могу, он, блин, не прячется. Мне назад надо, блядь. Блядь, сейчас, блядь. Хуёвая пати. Сейчас, это было очень опасно сейчас. Согласен. Ёб, ты чё ты творишь? Сажусь на унитаз сзади, блядь, подожди. Как ему сказать, что полетели-то? Ой, господи. Ну давай я, что ли, полечу вместо, блядь, него. Давай, я давай попробуй. Выкину из самолета и полечу. Он так, блядь, не понимает, блядь. Сейчас только, блядь, подожди, последний раз попытаюсь посадить его все-таки на нос. Должно получиться прикольно. Че, реально хочешь сесть? Ты, коль, не шутишь, сударь? Я не знаю, нет, вроде. Я ровно сейчас? Ты можешь на лопасти. Тихо, ты сейчас лопасти сломаешь. Ой, куда ты скатываешь-то? Ты лопасть сломаешь, да, если так сядешь. Не, Олег, ты куда-то скатился? Я нет, я тут. Ты скатился? Я на месте. Как, ты у меня упал. Что ты делаешь? Самолета. Алекс, лопасти сейчас слом... Ты сломал лопасть. Да пофиг. Мы же не взлетим теперь. Что не это? Получится. Ты сли... Там же как бы это, дуга. Не получится. Я лопасть сломал? Открывается задняя дверь, он сказал, там открыто? Посмотри, там задняя дверь открыта, реально? Подожди, сейчас. Или вон, ну Марат, посмотри, слетай к Мараму этому, у него может открыто сзади. Блять, так подожди, я так не вижу, но вроде бы... Сейчас, подожди, ну-ка я сяду. Не, закрыто. Закрыто? Странно. Закрыто. А он говорит, открывается. Ну взлетай, это ебаный стыд. Давай, чувак, взлетай, пожалуйста, как же тебе объяснить-то, еб твою... А напиши ему в чат, это самое, блядь, ну. Да. А то он так не это самое, не поймет. Давай, читай, давай, чувак, взлетай. Как тебя звали-то? Ремов. Ремов 555. Давай, чел. Я ему написал, что взлетал, давай. Смотри, еще один. Да, вот я говорю, это Марам писал, вон. Тихо, только не отца. Он, может, не открыто? Слушай, я заехал прямо на машине туда. Ты не ну-ка. Видишь? Посмотри. Воу! Да, я, дай гляну. О, полетел! Есть. Не, у него закрыто. Во! Тихо, ёпта. Летишь? Да, блядь, ну сложно, ёпта. Воу. Воу, тихо, ша. Тихо, мать твою, тихо, сука, нет! Живи! Живи, Брайан, живи! Господи! Блять, это было эпично. Давай еще раз попробуем. Только с Марамом. Он говорит, что там открывается у него что-то. Это было хорошо. Ты знаешь, что происходит? Ее как бы начинает сильно кренить назад в этом деле. Либо ему надо было выровняться. Я так думаю. Либо еще что-то сделать эпичное. Так, давай я попробую врезаться тогда в него. Ну давай, только сходу прям. Да. Угу. Как он откроет? Я знаю, что как-то можно ударить, там, прострелить, еще что-то. Нет? Нет. Как он ее откроет? Я просто не в курсах, поэтому со стороны кажется, что я реально не знаю. Вон. Бля, смотри, что он делает. Че, ёпты. Хера, а может ему носом протаранить проще было, нет? Вот он так и делает. А, смотри, он бьет. Сейчас попробует открыть, давай. Mm-hmm. Даже посмотреть интересно стало. Я пойду помогу ему. Если, конечно, не ушатаю. Блять, по-моему, я башкой ударился. Так, давай.
Как-то раньше оно открывалось, знаешь, я даже ролики видел. Странно. Не, не открывается. Я не вижу ни хера. Симон, блядь! Ты не вовремя, мудила! Что ты делал? Ты меня положил? Ты меня в прямом смысле, блин, положил. Извините. Блядь, я вам по чуваку проехал. Да, тужится. Сейчас, подожди. Алекс, это будет непросто. Я знаю, это будет очень непросто. Тут очень самолетов много рядом. Сосредоточение самолета. Блин. Я говорю непросто. Мир непрост. Совсем непрост. Так, давай. Блядь, да что ж за ебаный стыд, а? Вот я не люблю коноеблю. Я думаю, никто не любит, да. О. Так, теперь надо еще раз попробовать. А, слушай, а может мне стать перпендикулярно? То есть так может получиться. Потому что я по направлению, как самолет летит, я, получается, слетаю. А так, может, получится? Я не знаю, просто предположение. Давай попробую. Давай. Сейчас, подожди, только я сейчас подлечу поближе. Было бы неплохо, кстати, посмотреть на это. Я бы там проще вырулить. Когда получилось. Нет, зря отпустил. Ты сам сел. Сиди, так, ёпта. Сиди, пусть он... Нет, не улетай же. Блядь, а было бы охуенно. Чего, сядь. Все, садись. А попробуй, слушай, мне я даже посмотрел бы. Почему он так на воробушка, блядь, похож? Не знаю. Хуй знает. Да не крутись ты, да я. Он хочет, чтобы ты так сел, да, перпендикулярно, как я изначально планировал. Полетели, ёпта. Нет, что-то как-то немного кривовато сейчас. Да? По-моему, нормально. Вот так. Во! Охуенно! Давай я сейчас, я взлечу тогда. Давай. Сел, да, на муль? Да, супер. Отлично, чё? Отлично, я иду. Блять, таким мы сейчас, сука, не занимались, а? Пиздец какой-то. Сейчас попробую прокатить тебя сначала. Он что, не едет? Я слечу, наверное, просто. Не, а он что, не... А что у тебя, два винта у тебя как бы активно, а два не крутятся? Я могу только крутить вот так вот сделать. Ты покатать меня можешь чисто по аэропорту? А я не знаю, он залетит? Крени вправо, крени. Прикинь, сейчас залечу, блядь. Ну? Вот смешно, блядь, будет. Мне, по-моему, мешает тяжесть. Я держусь пока вроде. Реально, блядь, на воробушка похож. Че, взлетает? Да ладно. Нет, я спадаю, я упал. Я, блядь, кричусь. Это было хорошо, да? Это было угарно. Да, это было весело. Угу. Есть видео на Ютубе, пишет Марам. Да, есть ролик на Ютубе, как открывать, но не получается, друг мой хороший, понимаешь? Отлично. Так, я думаю, что на этой ноте я закончу. Алексу позвонил Лестер, и мы будем ждать задания тогда уже в следующий раз. Все, да, мы поехали домой. Все, ребята, пока-пока.